Люди, чьи имена резонируют с этой цифрой, часто становятся лидерами и первопроходцами в любой сфере деятельности, обладающими большим творческим потенциалом. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Эти люди должны трудиться над укреплением своего характера, заставить себя преодолевать собственные слабости и нерешительность, поверить в себя. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Они всегда стремятся действовать. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. В страсти к разнообразию, особенно мелочах, может проявиться мотив его жизни. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Внутренние силы духа и оптимизм этого имени вдохновляют окружающих и побуждают их к деятельности. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.